наша сопелка ездит позади. Наш медвежатник. Речь на рыбалку едет? Ой, как он собирался на рыбалку, чтобы его только не забыли. То есть мы же позавчера отменили рыбалку. Ой, друзья, такая тяжелая дорога. Речи, посмотри на меня. Посмотри, вот, вообще маска снежная. Просто маска снежная. Ну, держится молодцом. Да, еще, ну, полпути проехали. Красота, конечно, вообще. Что тебе, обтрясти, мопс? Давай, обтрясемся. Давай, давай. Ну, что, так лучше тебе видно? Ну, что, лучше? Не замерз? Ну, вообще держится молодцом. Молодцом, конечно. Герой собака. Герой собака. Мои друзья едут, мои друзья за мной. Ричи, Ричи, где рыбка? Ричи, Ричи, будь боже мой, покажись, красавчик. Хвостиком махает он, смотри, смотри, вот два хвостика, покажи. А он какой-то пенек увидел, думает, что там кто-то есть. Иди, иди, ползи, снимаешь? Снимай быстрее. Ползи, 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 а ты мой хорошенький. Иди, замерзь. Да, Ричух такой. Шапочку себе перекупил. Говорит, пойду на рыбалку в шапке. В шапке пойдешь на рыбалку? А удочку себе взял? Удочку надо взять обязательно, помимо шапки. Смешной ты какой. Ричард рыбак. Сегодня мужики увидели, сказали, что это за животное такое. Рыбачит кто тут. Кто такой? Ну, воистину. Профессионал. Наш рыбак главный. Сидит, ждет. Сейчас только что прошелся ливневый дождь такой у нас. И Ричик, садись, снегоход. Сейчас купила. Вот. И мы едем проверять наши жерлицы. И вот такой вот у нас водитель. Ричик такой. Хорошо сидит, ему так нравится вот тут сидеть. Ричи сегодня у нас настоящий рыбак. Очень хорошая погода. Плюс один. Вы не смотрите, что у нас сугробы 70 сантиметров. Здесь у меня плюс один. Собака целый день на рыбалке у нас. Ричи, где рыбка? Я рыбка. Кто сегодня рыбачит? Ага, дайте удочку, да, дайте в лунки утопиться, а? Ну, уши, кстати, у него горячие, ему тепло. Прямо его в палатку не загнать. Ходит, рыбачит, умничает по лункам. Ричи, кто там? Кто там? Что там такой? Кто это такой, да? Иди там поохраняй. Где рыбачи, Ричи? Кто там такой? Ричи, кто там? Кто там? Ой, кто там охрана, давай. Кто там такой? Кто там? Кто там, кто там? Ричи. Где рыбка клюет? Где рыбка клюет? Тебе хорошо, тебе нравится? Кто на рыбалке? Кто на рыбалке у нас? Дай ему удочку, может он порыбачит. Будешь удить? Удочку тебе дать? Скажи, мне бы пару ваших ручек, а то у меня четыре лапки и ни одной ручки, да? Вот, скажи, я бы тут вам делов навел, да? Набрали живца, для живца водичку. Везем, везем, везем. Сейчас целое мероприятие будет. Будешь? Будешь рыбку? На, тут рыбка есть.
рыбка маленькая. А на снег положи, брось. Где рыбка? Рыбка, ищи рыбку. Пойдем, пойдем. Рыбка вкусненькая? Где рыбка, Рич? Где рыбка? А он тут съел, или нет? Да, съел. Где рыба? А мы думаем, куда у нас деваются живцы. Принес, пошли мы с ним, сейчас более-менее тепло, пошли жерлицы проверить. А я маленькую, маленького живца выкинула. Думаю, что он так сопит за мной странно? Он ее за щеку заложил, отогрел, видать. Вот, присопел к палатке, и тут ее схомячил. Вот сейчас Вальдемар ему еще одну дал. Скажи, необычный вкус мяса? Это паштетом, паштетом все кормим, да кормим. А тут сплошные калории. Может, он вообще голодный? Может, да, ну, мы же кормили его. Ну, когда? Это просто утром необычный был. Необычный вкус. Еще рыбку будешь? Вон, рыбка. Ищи рыбку. Ищи рыбку. Вот рыбка. Рыбка. Зверь? Зверь, ты смотри. Вот, Рич, видишь, какие ты себе способности открываешь. Оказывается, это считай, ты съел 4-килограммовую щуку. Это живец. И 3 таких, да? 3 таких, точно. Вкусно? Да, ну, все, хватит. Так, ну что, наш дорогой Ричик принес рыбку. Давай, неси туда, где все рыбки. Неси туда. Отпускай. Ты же поймал рыбку? Теперь отпускай. Отпускай рыбку. Давай рыбку папе. Давай. Ай ты, боже мой. Да не кружи ты вокруг меня. Отпускай рыбку. Сейчас еще нычку сделаю. Ага. Сам поймал, сам съем. Щуку дома на филе надо разобрать, отварить. Еще не каждый раз. Сам поймал, сам съем, да? Ну и что, вкусно? Ну и как тебе? На вкус. Протащил 700 метров за щекой. Ну теперь сам и съест. Молодец. Вот это, я понимаю, мопс-рыбак. Сам поймал, сам съел и никому не поделился. Красавчик. Вот, друзья, мы нашли норку, в которой кто-то живет. Какие тут следы от него. Дык-дык-дык-дык. Не буду там нарушать ничего, но там есть вход влево. И там кто-то спит, живет в норке. Прикольно, прямо рядом вот с нашей волокушей. Или мы рядом с ними по соседству. Не будем нарушать его сон. Он спит там, ему хорошо. Надо хлебушек ему сюда положить. Привет, ребята! Всех с масленицей. Помните, мы как-то в одном из сюжетов нашем говорили про снеговика, когда мы делали, что всю дань мы будем приносить ему. Ну вот это наш очередной снеговик 2021. Вот. И дань в виде окуня, налима и зачетной щуки на 3 килограмма мы принесли нашему другу снеговику. Вот. Всех с масленицей, всех с проводами зимы. Ни хвоста, ни чешуи. Сегодня прекрасный день, снег падает, мокрый, и лепится такой снеговик. Каждый год мы с Анечкой делаем одного из такого мастера. Всех поздравляем! До новых уловов! Мои мужики начинают движение. Поехали. Едем за дровами. Первый
раз протоптали, теперь вот речек наш Волокуши. Папа лошадь. Так что скажи, ничего, я не комнатная собачка. С родителями за дровами иду. Да, во все передряги. Вот во всех. Правильно, злая мачеха. За дровами. Тут сильно, он, видите, больше колена, хотя и осел. Нет, снег. То, что уплотнился, так. Да, тут было вот вообще по пояс. Ну что, ты поплыл, что ли? Ну давай. Поплыл. Вот так, к маме. Да что такое, да что такое. Привет, привет. Все, Ритюк, плавать все научился. Ну его держит, смотри. Ну он что плотный. Там, 10 килограммов веса, что бы. Вот так. Погнали собирать сушняк. Вот таким сушняком мы сейчас соберем и будем обогреваться. Да. Наш ковбой Ричик отдыхает под звук щебячих рыбок. Рыбки поют колыбельную. Да, рыбку им поют. Спи, наш Ричик, рыбак. Вон сколько певцов. Они поют песенку. Конечно, под таких музыкантов и я бы поспал. Сегодня такая ситуация произошла. Мы оставили живца на улице, но у нас как бы минус один всего лишь, ну как бы фактически вода не застывает. Вот, ну и решили не в палатку нести живца, а там за палаткой оставили. Ричи где-то было сколько, наверное, 4:30, да? 5 утра. Да, то есть так слышно даже из палатки, как они щелкают, дышат. И Ричка прямо к Ричи, ой, к папе, ну, к Вальдемару, лежит, нос будет, а, короче, рыба покрылась льдом, и вот он нас будил, чтобы мы спасали рыбу. Да, он буквально там прошло, наверное, кромка тонкая льда, буквально 2-3-4 миллиметра где-то так, да, или 2-3 миллиметра. Ну, потому минут что... 20, да, то есть, в общем, грубо говоря, да, он меня так активно будил, давай, вставай, 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 хозяин. Вот, и я такой встал, слышу, рыбок не слышно, вышел на улицу, и они как раз затянуло их. Я их бегом бах-бах-бах, ну вот пришлось затащить их, ну вот он спас своих музыкантов. И наш улов. Будущий. Да, и наш будущий улов. А то были бы без рыбок. Ну что. Спасибо, Ричи. Ты молодец. Ты наш герой. Рыбак отдыхает. Давай, спа. Спа будет. Давай, давай, давай. Буду гладить тебя. Давай. Я буду гладить собачку. Ну давай, давай на пузе. Полазись, полазись. Вот так. Вот так. Бедолашки. Лазись. Вот так, лазись. Да что ж там такой маленький-то, такой у нас. Пузико ему погладить надо. Где рыбка, Рич? Сейчас он научится ловить. Что там, Рич? Рыбка? Вон рыбка. Где рыбка? Рыбка плавает. Давай будем рыбку искать, давай. Же лови рыбку, лови рыбку. Лови. Лови рыбку. Где рыбка? Где рыбка? Там рыбка плавает. Давай рыбку будем искать. Да. Ой, смотри, какая рыбка. А, упустили рыбку, да? Эть. Я ж так не могу ловить. Ну, давай лови. О, бедная рыбка. Ну, дай ему эту маленькую. Где рыба? Скажи, маленькую я люблю ловить. Она вкусная.
Ай, какая вкусненькая маленькая рыбка. Скажи, она как желе, да? Косточки лом... Лови рыбку, лови. Смотри, там сколько рыбок. Вот давай тут вот маленькую. Ай, тебе замай. Вкусняшку. Папка помог вкусняшку поймать. Надо промороженное давать. Я думаю. Да сколько этой жизни? Ну все, хватит. Дальше сам лови. Лови вкусняшки. Смотри, какой рыбок. Лови рыбку. Лови, лови, лови. Я больше не дам. Сам теперь. Самостейно. Хочешь поймать. Ну, тут есть еще одна маленькая-маленькая. Не, она такая вот. Нормальная. Рич сам знает, какая рыбка. Скажи, такую я обожаю кушать. Что, съел, что ли? Даже не глотал. Ты мою руку ждешь? Так, это крупненькая. О, такая вот. Хамси-хамса. Ну все, ты молодец, ты рыбак. Ты рыбак, рыбак, да. Вкусненькая рыбка. Селедочку маленькую поймал. Какие есть можно сырую. Там кальций. Он все с возрастом понимает. Что маленькая рыбка, вкусненькая. Ну что? Идешь ловить рыбу? Где рыбка? Где рыбка? Показывай, где рыбку? Клянчим яблочко. Заслужили вкусняшку. Надо пожевать, так мы сами не живем. Заслужили вкусняшку. Ну как вкусненько. Ням. Молодцы. У нас так Ричи играется. Спрячется за занавеску и играется с нами. Кто это тут Ричи? Кто это, кто это? А вот он, Ричи. А вот он, Ричи, скажи, да? Где Рича? Где Рича у нас? Нету Ричи. Где Ричи? Где Ричечка, Ричечка? А кто кушать будет? А кто на рыбалку поедет? Где рыбка? Где рыбка? Нету рыбки. Где рыбка? Кто поедет кататься? Кто поедет кататься? На снегоходе. Где снегоход? Где рыбка? Только глаз один видно, да. Наблюдает, наблюдает. Ай. Вот так вот у нас семейные вечера дома проходят.